А британская авиакомпания British Airways возобновила полеты в Иран. С 1 сентября осуществляются 6 рейсов в неделю. К концу года компания намерена выйти на ежедневный режим полетов. Авиасообщение между Соединенным Королевством и Исламской Республикой было прервано в 2012 году в связи с наложением санкций на Иран из-за его ядерной программы. Добавлю, ранее полеты в Тегеран после 8-летнего перерыва возобновила компания Air France.